Начнем с определения, что же вообще такое смерть от отчаяния. Это не просто какая-то метафора, так называют преждевременную смерть от алкоголизма, запрещенных веществ и суицида. Связывают это с социальным и экономическим неблагополучием. В России за 2022 год от отчаяния погибло около 70 тысяч человек. К слову, это больше, чем от инфаркта миокарда, всех видов транспортных несчастных случаев и болезней, вызванных ВИЧ. По статистике, приведенной информационным ресурсом «Если быть точным», самыми отчаявшимися регионами являются дальневосточные. Лидером долгое время остается Чукотский автономный округ, за ним идет Республика Бурятия и Забайкальский край. Конечно же, основными причинами смертей от отчаяния является социально-экономическое положение того или иного региона. В России оно падает с юга на север и с запада на восток. Приведем цифры по Забайкалью. На 1 миллион населения приходится больше 1000 смертей от отчаяния, из них 65% от алкоголя, 35% суициды, от наркотиков 0,2%. Статистика может быть неточной и кратно заниженной, ведь в качестве причин смерти часто указывают неинформативные коды, к примеру, повреждения с неопределенными намерениями. От суицида и алкоголя в основном умирают жители сельской местности, коих в Забайкальском крае более 50%. Объяснить это можно низким уровнем жизни, нежели в городах края, недоступность медицины, проблемы с работой и образованием, да и культура потребления алкоголя в городе и в селе разная. Жителям городов доступен более качественный алкоголь и употребление его меньше, нежели у сельских жителей. Жители сел и деревень в основном занимаются физическим трудом, что приводит к частым травмам, а удаленность от медицинских учреждений усугубляет положение. Многие лечатся дома. Мужчины чаще женщин умирают от отчаяния. Связано это может быть с тем, что общество стереотипно представляет мужчин. Образ настоящего мужчины предписывает не обращаться за помощью в стрессовых ситуациях, не показывать слабость. Из-за этого мужчины меньше следят за своим здоровьем, не обращаются к психологам и психиатрам, а предпочитают бороться с проблемами посредством алкоголя и запрещенных веществ. Это называется токсичная маскулинность. Термин подчеркивает негативные последствия конформизма к традиционным проявлениям – доминированию, самонадеянности, состязательности. Термин этот появился недавно и пришел из западных стран, но его можно применить и к нашей стране. В России женщины в среднем живут дольше мужчин на 10 лет. Мужчины чаще женщин курят, пьют и меньше следят за своим физическим и ментальным здоровьем, что и приводит к их преждевременной смерти. В Забайкальском крае в 2021 году было зафиксировано, гендерный разрыв продолжительности жизни составляет 9,26 лет. Смертность от отчаяния является одним из важных факторов уменьшения населения в регионе. По этой теме мы делали подробный сюжет. Показательно то, что в основном от отчаяния погибают люди в возрастной категории от 40 до 60 лет. Это категория граждан, пережившая трудные, переходные времена для страны. Многие не смогли перестроиться под новые реалии и не смогли найти себя. Пытается ли бороться с этим страшным явлением государство? Определенно да, но вопрос тут в том, насколько плодотворно получается. Если посмотреть всю приведенную статистику, то можно заметить, что молодое население менее подвержено смерти от отчаяния. На это может влиять множество факторов. Более высокий уровень образованности, широкий круг интересов и увлечений, ведение здорового образа жизни и занятия спортом. В последние годы государство активно пропагандирует ведение здорового образа жизни. По данным аналитического центра НАФИ, в 2023 году каждый четвертый россиянин стал чаще заниматься спортом. Преимущественно это молодые работающие граждане с высшим образованием. Среди молодежи до 24 лет об активном занятии спортом заявляет каждый второй – 57%. Популяризация ведения здорового образа жизни относится и к Забайкальскому краю. В постановлении правительства края от 4 сентября 2020 года об утверждении региональной программы укрепления общественного здоровья в Забайкальском крае на 2020-2024 годы в плане мероприятий входит множество пунктов, например, формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, снижение распространения табака и алкоголя, повышение информированности населения о принципах здорового питания, формирование мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Министр спорта Забайкалья Андрей Середкин в эфире ГТРК заявил, что за 5 лет в крае было построено 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, 51 хоккейная коробка, 256 спортивных площадок и 174 тренажерных комплекса. В любом случае, одной пропагандой спорта и здорового образа жизни проблему не решить. Нужен комплексный подход к решению вопроса, и начать стоит с улучшения уровня жизни населения. Но в правительстве края как будто никто и не акцентирует внимание на том, что многие забайкальцы погибают от отчаяния. Иван Батырев, Иван Корнев, ЗапТВ.